Снежны танк у натуральную величиню зляпила семья с городского поселка Октябрьский. На створение шедевра спотребилось 12 дён. Прототипом стал ИС-7, який у народе называли «Дед». Довжиня танка разом с гарматой 10 метров. Ширина амаль 3,5, вышиня 2,5 метра. Снежная машина продумана до дробязев. На элементах гусеничного ходу зауважны навод протектор. Дарэчы, это не первый снежный шедевр у биографии творчей семьи. У минулым годе яны зляпили коня. Зараз у творчей семьи обмярковывают новые идеи. Кажуть, головное, каб надворье не подвяло.